Причины повреждения разъема заряда Nokia 6520S может являться использование нештатного штекера или механические поломки из-за излишне резкого вставления-вынимания. При необходимости замены разъема заряда аппарат придется разобрать. Последовательность разборки подробно описана в ролике «Разбор Nokia 6520S». Чтобы извлечь штекер из гнезда, его нужно попросту подковырнуть отверткой или ланцетом. В установке нового разъема тоже нет особых хитростей. Делать это удобнее при помощи пинцета.